маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова, выдающегося полководца Красной Армии, в день 60-летия Президиум Верховного Совета СССР наградил орденом Ленина. К 25-летию Великой Октябрьской революции мартеновцы Верхесердского завода взяли на себя обязательство обучить 40 молодых рабочих. Стахановской школой руководит знатный уральский столивар Нурулла Базетов. У пульта управления печью товарищ Базетов обучает свою молодежь, подручных Александра Тилина и Владимира Шмакова. Ежедневно смена Базетова дает сталь сверхплана. Отличной работой у мартенов помочь Сталинграду и Югу. Вот лозунг передовых сталеваров Урала. Это большая группа танков, построенная на средства, собранные колхозниками многих областей нашей страны. Сегодня колонна танков передается соединению, которым командует подполковник Шаповалов. Лейтенант Долгополик принял свою новую машину. Счастливого пути! Боевых успехов вам, товарищи танкисты! Одна из лодок британского подводного флота выходит в боевой поход. Обнаружен одиночный вражеский транспорт. Командир решает всплыть и уничтожить транспорт огнем своего орудия. После многодневного плавания лодка возвращается на свою базу. Эта лодка уже потопила 4 германских транспорта и 1 подводную лодку. У кубанских казаков на митинге. Гвардии казак товарищ Старченко, награжденный орденом Ленина. Пока крепка рука, клянусь не сложить свое оружие, уничтожать гитлеровских мерзавцев. И поклялись казаки-кубанцы, драться не щадя сил своих, ни самой жизни, защищать каждый метр родимой земли, не знать пощады к врагу. Thank you.
свято выполняют кубанские казаки свою клятву, защищая каждую тропинку, каждое ущелье. Наблюдательный пункт морской батареи, которой командует капитан Чилак. Замечено скопление вражеской пехоты. Дан приказ открыть огонь. По всему участку идет слава о метких залпах артиллеристов-черноморцев. Непрерывным потоком движутся подкрепления на помощь Сталинграду, непоколебимой твердыне на Волге. Фашистская авиация. Юнкерсы встречены сильным огнем зениток. Обрушиваются на жилые кварталы. Днем и ночью стоит над городом дым пожаров. Одну минуту не прекращаются на окраинах Сталинграда ожесточенные схватки. Бои идут за каждый квартал, за каждый дом. Отбросить врага, отстоять Сталинград, приказ Родины.